Вот, работая по зарыхлению, убиранию данных следов, столкнулся с следующей вот штукой. Вот здесь был бугор. А бугор образовался, вот этот вот, если можно тут увидеть его, вот он с краю. Ой, елки-палки. Это вот тут такая у нас глубина снега. Твою дивизию, смотрите, вот она. Вот она, глубина снежного покрова. Вот такие вот у нас. Вот такая толщина снега. А здесь-то основа жесткая и плотная. Так вот, здесь образовался бугор. И этот бугор образовался от ротрака, от фрезы. Когда ротрак начал работать, ну, 2 дня назад, или 3 дня назад, но, в общем, не важно, после плюсовых температур, то на фрезу, естественно, стало очень много налипать снега. И вот здесь внутренняя поверхность фрезы забилась снегом, ну и все. И в данном месте ребята остановились, начали ее очищать. И образовался такой бугор. Но так как вот там-то ровная часть была, и в том месте у меня заглубления хватало, то здесь я просто всобачился, врезался в этот бугор. Я его выровняю. Сейчас срежу и выровняю. Но вот, сработала предохранительная пластина. И теперь я сейчас восстановлю всю эту систему, вытащу его, и на следующем проходе я этот бугор выровняю. Его здесь не будет, будет ровная трасса. Но система сработала даже на Урал-Максе.